Приглашение на международный конкурс «Непоседы» получили еще зимой, когда стали победителями международного конкурса в Питере. Готовиться начали задолго, заявили сразу 6 танцевальных номеров. Диссоциация, «В плену игры», одни названия, композиции чего стоят, а потому не только танцевальную харизму, но и актерское мастерство ребятам пришлось проявить по максимуму. Номер «Тараканы», потому что это самый веселый номер, и нам очень понравилось, как нас встретил зал, потому что... мы играли, у нас были очень интересные эмоции, и зал было очень интересно смотреть. Это просто самый интересный номер. Своим выступлением «Непоседы» довольны. О грузе ответственности, которая порой только мешает, ребята старались не думать, а просто отрабатывали номера. Всегда рядом была руководитель Марина Снежко. Ее поддержку коллектив чувствовал постоянно, как и во время одного из выступлений, когда случился небольшой казус. Была только одна случайность, в номере «В плену игры». Случайно кубик, получается, там кидают кубики, и кубик случайно выкатился со сцены, но Марина Сергеевна оббежала, взяла в зале кубик, оббежала за кулисами, его подала. Каникулы прошли на ура. Поездкой в Адлер ребята убили двух зайцев, победили в конкурсе и увидели достопримечательности Олимпийского Сочи. Когда поехали на экскурсию, начался дождь. Так мы посмотрели, проехали по Олимпийскому городку, в деревню Олимпийскую заехали тоже. И хватило двух или так? Конечно. Что больше понравилось? Больше? Да не знаю, там все круто. Как море? Замечательное, вода была теплая, спокойная. Ножки отдыхали в море после репетиции. Да. Эта победа очередная, но не последняя, уверены в коллективе. Совершенству предела нет. Впереди новые вершины, а значит, новые яркие танцевальные номера. Когда-то казалось, что мы так классно танцуем, да? А сейчас смотришь видео, и некоторый раз даже смешно становится, да? И те, кто были старые, члены коллектива, они смотрят и говорят: ничего себе, как они умеют. А потом пройдет какой-то период времени и скажут: эти точно так же, как, потому что мы стараемся не стоять на месте и работать. Итог международного конкурса – диплом первой степени и гран-при. Плюс своим трудом ребята завоевали поездку в Черногорию. Но самый важный приз для тех, кто не мыслит своей жизни без танца – сертификаты на бюджетное место в Государственный университет культуры в Саратове. Этим документом ребята смогут распорядиться в ближайшие 2 года.